Ребята, всем привет! Приехал я сегодня на лесное озеро. Хочу половить щуку на хоппер-плоппер. Ну или на квокер в простонародье. Стоит такой туман красивый. В общем, все предвещает хорошую рыбалку. Итак, погнали! На якоре я пока решил не становиться. Думаю, как раз подрейфую в поисках щуки. По-моему, атака была. Наверное, окуня. Похоже. Да, окунь атаковал сейчас. Плоппер. Есть контакт. Кто-то дерзко так полетел, щука. По-любому. Да неплохая щучка. А, такая килограммуха точно. На воблер квокер взяла. Ну, красотка, знаете какая. Ну-ка, улыбнись, камера не хочет. Так, ну что ж, сегодня у нас акция, опускаем щук крупных. Ну-ка. Давай. О, скупала. Так, ну что ж. Поверхностные приманки, похоже, сегодня работают. Это часть. Опа. Есть. Ух ты, хорошая, похоже, блин, сошла. Да, но все-таки придется якорь бросить. Травку нырнула, немного слабины получилось и все. Ай, блин, нет, только нет. Тумане плохо видно. Камыш закинул. Попробуем еще разочек откидать этот заливчик. Опа. Ух ты, а там вообще хорошая. Блин, я зря на якорь встал. Не пойму. Сошла, что ли? Кусок травы тащу, или там она есть? Ну, походу, есть. Да, есть. Не такая прям здоровая, как хотелось бы, но неплохая. Такая жирненькая. Вот прям спина толстая. Здесь щука дико сильная. Нужен.
Ну вот, гляньте. Хорошая такая щучка. Прям. Они тут мерные какие-то. Вылетела там вдали такая. Схватила активно. Ух. Прям красотка. Пойдет тоже сейчас гулять. Ну-ка. Давай. Вот работает сегодня прям на ура. С самого утра. Поппер-плоппер. Вот лублю. Отличный вариант. В простонародье квокер. Вообще обалденно работает. Мне очень нравится. У него такой лепесточек сзади. Вот как пропеллер. Щука на его вибрации ведется просто отлично. Вон там еще охотится. Вижу. Пруд, конечно, этот. Ну, вернее, это не пруд, это озеро. Сильно зарос. Он всегда зарастает. Но благодаря тому, что уровень воды достаточно высокий сейчас, эта трава еще позволяет проводить поверхностные приманки, такие как квокер. И это меня радует. Вот такая интересная моделька квокера. Получается 110 миллиметров, 17 грамм. Довольно увесисто, летит далеко. Но правда и ныряет тоже при забросе глубоко. Если есть подводная трава, это может быть проблемой. Правда, он потяжелее, не знаю, насколько он тут сможет ходить и не цепляться. Что-то проверять. Вот, по рекомендации одного моего подписчика купил такой квокер, ну или плоппер, поппер. Вот, крючки у него, кстати, отличная фурнитура, конструкция более совершенная. Здесь не центральная ось, а вот пропеллер крутится на таком штифте, который ввинчен хвост. Поэтому он не загнется, ничего, все должно работать как часы. Но он потяжелее, не знаю, смогу ли я здесь им покидать, но хочу попробовать. Опа, блин, сход. Сход, ну вот, оказывается, этот плоппер работает. Почему хоппер-плоппер называют еще квокером? Потому что он при проводке своим пропеллером издает такой квакающий звук. Даже один звук соблазняет щуку. Блин, промазал. Я там тащил вместе с травой квокер. И она прям сбоку вышла, как стрела. Дебри куда-то кинул. Опа, есть. Блин, я таких боюсь, они очень активные. Маленькие, но бойкие.
газ. Это ты обнаглела. Так, сейчас попробую в этом заливчике половить. Тут еще тенек стоит, солнышко сюда не добралось. Может быть, тут щука будет получше реагировать на квокер. Кстати, по поводу проводки квокера, то она на самом деле достаточно простая. Вариантов вести его всего несколько. Это либо равномерка, либо равномерка с паузами, ну и какими-то большими, небольшими или большими ускорениями и замедлениями. Ну, также даже можно и рывочки делать. Но у меня лучше всего отрабатывает равномерка с паузами небольшими. Опа! Есть! Сошла! Как-то она клюнула, конечно. Даже не понял, без такой явной атаки. Ух, нифига себе, промазала. Вот эта свеча была. Просто. И крупная щука. Блин, вот это прыжок. Офигеть. Не знаю, против солнца на камеру, насколько хорошо видно будет. Но это был мега бросок. Еще разок. Вот такая резиновая лягушка с Алиэкспресс. Она в двойнике с дополнительным самодельным одинарником, который в разы повышает ловистость и засекаемость этой приманки. Как сделать такой одинарник, ну и дополнительные другие модернизации лягушки, можете посмотреть в моем видео на этом канале. Ссылочку я прикреплю. Самой гланды. Где-то там. Во!
шахте там лягушка, знаете. Посмотрите. Лягушечку заглотила вообще. Походу она выходила у меня на квокер, но промахнулась. Был сход. На лягушку прям вообще. Все, пора домой. Все, ребят, рыбалка подошла к концу. Сегодня я ловил щуку на квокер, ну преимущественно на квокер, пробовал две модели, но одна уже проверенная от All Blue, снова она работала. Вторая копия, значит, подгон от моего подписчика, в общем, тоже оказалась рабочей, мне понравилась и конструкция более совершенная даже, чем у All Blue. В общем, обе копии могу рекомендовать, ссылки, если что, оставлю под видео. Вот, заканчивал я уже рыбалку другими поверхностными приманками, в частности лягушкой. Ну, в общем, тоже взял щуку неплохую. В общем, как-то так. Ставьте лайки, если понравился видос. Ну и подписывайтесь на канал. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока.